Унирм Саган Туган Ель. Под таким названием в городе Тобыл накануне состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики. В мероприятии приняли участие творческие коллективы со всего Кустанайского района. Это событие стало настоящим праздником музыки и патриотизма. На концерте побывали и наши корреспонденты. Культуры Алтындань царит особая атмосфера. Жители Костанайского района отмечают День Республики. В холле для гостей праздника организована выставка ремесленников, где можно увидеть уникальные работы и познакомиться с их авторами. Помимо этого, здесь расположена специальная фотозона, где каждый может сделать яркие снимки на память о празднике. В Костанайском районе впервые проводится очень большой фестиваль с охватом более 2500 детей. Мы охватили 100% организации образования, это у нас детские сады, начальные школы и общеобразовательные школы. Мы этот фестиваль проводим в рамках Дня Республики. Фестиваль проводится в трех блоках, то есть первый блок мы с утра уже провели с воспитанниками детских садов и учеников начальных классов. В обеденное время мы проводили с основными школами, а сейчас мы будем проводить учащимся общеобразовательных школ. В данном мероприятии приняли участие не только обучающиеся нашего района, но и родители, а также педагоги. Также мы привыкли к этим мероприятиям наших ветеранов педагогического труда, а также ансамблей бабушек, дедушек, которые находятся в каждом селе. Концертную программу открыли ярко и красочно. Особое внимание привлекла музыкальная постановка-композиция, исполненная школьниками из Кустанайского района. На сцене они говорили о родине, а игра света и теней добавляла музыкальную магию. Гостей порадовали патриотические песни, народные танцы и хоровое пение. Особое настроение создали музыкальные номера домбристов. Каждое выступление зрители сопровождали бурными аплодисментами. Исполнения стали настоящей жемчужиной программы. Видеоряд, который сопровождал музыкальные номера, раскрывал тему единства, дружбы и толерантности. Праздника не только поздравляют друг друга с праздником, но и вспоминают историю этого дня. 25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, что стало важным шагом к независимости. Мероприятие стало ярким примером того, как искусство может объединить людей и вдохновлять их на действия во имя общего блага. Участие вокального ансамбля «Лучики надежды» добавило мероприятию особую значимость. Молодежь района сегодня активно участвует в сохранении исторической памяти и традиций народа. Мероприятие объединило несколько поколений, где каждый говорил о важности дружбы и согласия. Этот концерт для нас имеет особую значимость. К нему готовились пару дней, подбирали репертуар и репетировали. День Республики – это важный праздник для всего Казахстана и его народа, в котором проживаем мы все в мире и согласии. Концертная программа прошла на одном дыхании. Артисты, педагоги и школьники старались удивить своих земляков творчеством, представляли номера, постановки, чтобы концертная программа запомнилась надолго. Айнура Муканова, Ирина Новицкая, Руслан Джабаев, телеканал Костанай.